Внимание, вот он тренд, так сказать, на лицо Владимира Путина. У нас приходили неоднократно участники СВО, мы с ними обсуждали, как можно ли сейчас веселиться и праздновать, и были две такие полярные позиции. Я таки имею что сказать. Вот я сейчас вот послушал вас всех, немножко меня некоторые вещи и смутили, удивили, поразили. Пускай, может быть, кому-то это будет неприятно. Но это мое личное мнение. Сейчас я чуть-чуть отойду, задам единственный вопрос, который вы изначально подвели коллегу, поставили ее вилочку вот такую вот. Компания, которая отчисляет на СВО, которая имеет количество 3000 душ. Так. Два вопроса. Если компания отчисляет на СВО, они считают, что купили индульгенцию? Красавчик. Слово индульгенция, мне... это второе, ваше слово. 3000 душ, они в вакууме работают? Ну, очевидно, нет. Очевидно, нет. Значит, у кого-то из них сыновья, мужья, так, деды, отцы на фронте? Тут достаточно посмотреть на лицо вот этого сила. Но он тут что делает? Он счет выставляет Москве и москвичам в первую очередь за то, что они войну поддерживают, а сами в ней не участвуют. Индульгенцию. Какие слова-то зазвучали? Прекрасные. Индульгенции выдает кто там? Патриарх Кирилл? Да, нет никакого патриарха. Есть московский поп, который торгует бредом. Ну и тоже рассказывают, что за родину очень хорошо. Но смотрите, значит, семьям погибших российских военнослужащих, значит, местные чиновники рассказывают, что за Путина это must-have, это самая лучшая смерть. А вот товарищи за***шего отца семейства, вы слышите, они не хотят. Они хотят назад в Москву. Этот тренд очевиден. Этот тренд будет укрепляться на фоне того, что украинская армия продолжит лупить и по Курской области, это уже теперь понятно, и не только по Курской области. Вероятно. Вероятно? Я чуть-чуть отступлюсь. Я когда был на сборном пункте, я познакомился. Позывной адвокат. Человек моего возраста. Поставленная репутация, имя, уголовная практика здесь, в Москве. Вопрос я задал, когда это узнал. У него позывной так и был адвокат. Говорит, что ты здесь делаешь? Он говорит, ты понимаешь, дед воевал с этой нечистью, отец воевал. А я понимаю, смотреть в стороне не буду. Знаете, какой финал? Лежит на военном мемориале сейчас. Если у человека гуманитарная профессия или около того, ну то есть он ничего не производит руками, это не значит, что он не идиот. Видите, значит, он помер, он на мемориальном кладбище находится. И вроде бы они так это все бодренько рассказывают, но обидка-то чувствуется вот в голосе. И намекает он на то, что Москва мало делает для войны. Что москвичей туда мало укладывают. Вот адвоката уложили, но он туда лег из-за чего? Из-за того, что он дурак. Да, о мертвых или правда, или ничего. В данном случае, естественно, будем называть вещи своими именами. Мы же не просто так здесь собрались. Так вот, что этот потенциальный лидер матросов и солдат говорит далее? Оказывается, тут просто какие-то супертерки. Путин всячески дает команду лепить какой-то миф российского солдата, идиота, тире-освободителя. А миф-то не лепится. Почему этот миф не лепится? Потому что все прекрасно знают, чем занимаются российские военнослужащие. Что они продают свои жизни, и это главная и единственная мотивация. Для того, чтобы заработать денежек. Потому что так они работать не хотят. А тут им предлагают в 10 раз больше со старта, чем они могут заработать в гражданской жизни. Все это прекрасно знают. И поэтому к героям СВО, как они это все называют, все относятся как к... И
Ну, в смысле, российские солдаты это прекрасно знают и обижаются. И поэтому, вот они сейчас вслух размышляют, прямо на канале НТВ, как было бы неплохо отправиться за стиральными машинами. Адрес мы знаем. Подробные инструкции мы будем вам скидывать далее. Есть там места. Еще раз, я знаю, где находятся стиральные машины Милле. И Маргарита Симонян тоже знает. 12 часов ночи, 1 января, гул обстрела идет, а я пригибаюсь со своей охраной, перебегаю домики, проверяю расположение своих ребят, как что, столы, открытые консервы, сухпаи, у кого-то минеральная вода, у кого-то вода из крана, у кого-то пепсиколу кто-то нашел, счастливый человек. И вот это вот поднимает тот за Новый год. Что бы там ни было, есть такая вещь, называется надежда. Новый я год. С вами абсолютно согласен, но Новый мне кажется, год, что это тогда было бы логичнее новое, у нас и когда законодательно, люди... извините, да, что я вас перебиваю. А ребята-то немножечко-то дорожат, а киллера перебивать им не так уж и удобно, чувствуют, что могут влупить. Тут сам, ну, в смысле, по морде лица. Тут вообще, да в чем прикол-то? Значит, вот эта грустная история про воду из крана, про Новый год и всякое такое... Ну, это же продолжение вот этой темы, что нет эвакуации. Это же он говорит об снабжении. Как они там говорят, где начальник тыла? Начальник тыла в тылу. Прекрасно. А вот они пьют воду на Новый год из крана. И что они делают? Правильно, копят злобу. Против кого? Жителей Москвы и ближайшего Подмосковья. Ну, давай, расскажи, что у вас не война. У вас же не война, правда? Вы же знаете, что у нас идет специальная военная операция, а не война. То, что вы говорите, приемлемо для законов военного времени, когда вся страна живет в военных условиях. У нас нет войны. У нас очень многие люди именно так вот и считают. Поэтому они не согласны с теми ограничениями, о которых вы говорите. Здесь вот, в тылу. Они искренне с этим не согласны. Не вопрос. Да. А вы такое же повторите, допустим, жителям Донецка, либо жителям... Я это уже повторяю, я в прямом эфире я говорю, понимаю, меня жители Донецка, я вас или уверяю, Белгорода. Знают и слушают меня. Кто-то со мной согласен, кто-то нет. Я всего лишь хочу узнать ваше мнение. Может... Если сейчас этот вопрос еще каким-то образом регулируется, то будут у них времена, знаете, как будет? Сейчас я вам расскажу. Будет так. Он скажет, у нас не война, а эти выжившие будут к ним обращаться и говорить, что ты сказал, ну повтори. Ну и дальше в торец и понеслась. Тем более, если, например, отдубасить Норкина, то ж ничего не будет. Если человек приехал с войны, то что с ним может случиться? Его могут отправить куда? Правильно. На войну. Так что всем рекомендую при встрече Норкина и его соведущего сладенького мальчика Ваню, можете в торец втащить, многим даже, возможно, это понравится. Нужно как-то привыкать к маршу на Москву. Нет, Пригожин здесь ни при чем. Он слабак, поэтому он мертв. Быть нам тогда действительно надо войну называть войной, а не специальной военной операцией, тогда все будет логично. Смотрите, по поводу формата, во что это, как это назначает, суть от этого не меняется. Идут боевые действия, на которых гибнут наши с вами люди. У меня тоже член семьи ушел и не пришел оттуда. Так я точно так же лежит в земле. Я подвожу к тому, понимаете? Что... Извините, ради бога, да. Давайте прервемся. Такое впечатление, что этих негодяев не сильно-то и радует Орешник. И Путин. И его орешник. Просто скажите мне такую вещь. Вы можете гарантировать, что в ответ на наш удар не будет ответа ядерного? Нет, это мы вам гарантировать не можем. А для нас важно, знаете что? Чтобы наши дети и внуки жили. И жили в другом немножечко мире. А значит, стол переговоров. Российские пропагандисты, годами угрожавшие миру ядерным апокалипсисом, впервые задумались о последствиях собственных действий и слов. Некоторые из них испугались ответки, а кто-то начал переживать уже и о превентивном ядерном ударе Запада по России.
Никакой Запад никакой удар ядерный первым не нанесет. В тысячный раз говорю. Откуда у вас уверенность? Абсолютно. Откуда у вас уверенность? Но вот их главный начальник, Владимир Путин, непреклонен. Кремлевский дед продолжает теребить своим карликовым орешником на глазах у всего мира. Что касается этой использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие элементы. Они тоже являются поражающими элементами, я уже говорил. Холостую боеголовку счастливый дедушка нацеливает то туда, то сюда. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Путин утверждает, что рано или поздно может постараться и стрельнуть не холостыми. Можете, может быть, еще какие-то новые детали про орешник там рассказать? И как много в целом секретных разработок подобного рода у нас, как вы сказали, в меню? Чем будет доволен клиент? Сегодня мы поговорим о внезапном скукоживании ядерных амбиций российских элит и том конфликте, который у этих элит намечается с их хромым Акелой. Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги. Ведь распухающий в сознании кремлевского маньяка ядерный грибок мешает российским элитам реализовать их главную мечту – дожить до старости. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и делитесь роликом в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше людей. Спасибо и давайте начинать. Аналогов орешника в мире, конечно, нет. И думаю, подобные аналоги появится не скоро. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Это Владимир Путин снова начал доставать свой орешник на заседании глав стран-членов ОДКБ. Вассалы Путина из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана встретились с ним, чтобы еще немного подоить российский бюджет, в обмен на что, как обычно, согласились пофотографироваться с военным преступником, посидеть с ним за одним столом и покивать в тот момент, когда он заявит, что они все эти дни вообще-то умоляли его детально рассказать им об орешнике. Коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне проведения специальной военной операции, в свете последних событий. Напомню, как орешник работает, как вы и просили. Для справки, кстати, скажу, вот коллеги тоже некоторые просили об этом, что российский аналог всех трех модификаций «Атакамс» — это ракетная система, российская ракетная система «Искандер». Вообще, конечно, организация ОДКБ в разгар Третьей мировой войны просто потрясает своей немощностью. В тот момент, когда участники саммита пытаются что-то там вякать в сторону западного мира, организаторы этого мероприятия даже не в состоянии выставить камеры так, чтобы стол в кадре стоял ровно, и чтобы на видео можно было разглядеть лицо хотя бы кого-то из участников саммита. Также проблемой оказалось настроить микрофоны так, чтобы можно было разобрать хотя бы половину угроз Западу. Серийное производство орешника началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей. Ну, мне ради вас, конечно, пришлось прислушаться и разобрать весь этот бред. В итоге, главной мыслью выступления Путина стало то, что у России ракеты намного круче, чем у Запада. Новые американские ракеты ПСМ, как я уже сказал, и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам. Но об одном Владимир Путин заявить забыл, а именно о том, что российские ракеты по Западу не прилетают, а вот западные ракеты по России прилетают постоянно. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины.
Путин снова напоминает о том, что в ответ на удары западным оружием великая держава наносит и планирует и дальше наносить удары по самой Украине. То есть он напоминает Западу, что он всего лишь трус, и что с ним можно делать вообще все, что угодно. В ответ на любую эскалацию со стороны Запада Путин будет наносить удары по Верховной Раде, зданию ГУР, в конце концов, по днепровским гаражам, но ни в коем случае не по Лондону, не по Парижу и не по Вашингтону. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Это все мы уже поняли неделю назад. Но это все Путин зачем-то еще раз решил отдельно подчеркнуть во время своего выступления на саммите ОДКБ, а потом еще раз там же отдельно во время пресс-конференции. Выступая на заседании в узком составе, вы заявили, что Москва дала ответ на продолжительное уже использование американских ракет для нанесения ударов по территории России. Двукратное. При этом вы подчеркнули, что Москва готова отвечать на дальнейшую эскалацию со стороны Запада. Подчеркнул, я сказал, что мы это сделали сегодня ночью. Кстати, обратите внимание, кажется, Путину подсовывают новую Кабаеву. Мы это сделали сегодня ночью. Да, и в связи с этим вопрос. Наш вопрос... Сейчас, секунду. Похоже, в современной России родить от 70-летнего кремлевского маньяка – это единственный проверенный способ уберечь свое потомство от отправки на СВО. Это делает наш вид спорта еще более зрелищным, красивым. Академия открыта для всех, и из разных стран к нам приезжают девочки и делают большие успехи. Какие меры готова использовать Россия в связи с этим? И, на ваш взгляд, есть ли риски и продолжается ли использование западных ракет для нанесения ударов по территории России сегодня? Ну, это нужно спросить у западников, которые это делают. Намерены они делать дальше или нет? Есть ли риски при ударах по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть, потому что это означает вовлечение западных стран впрямую, вовлечение в вооруженный конфликт. Я не понимаю, может, у него действительно что-то с памятью? Это ж было уже. Спасать хозяина от позора взялся телеканал «Россия», написавший для кремлевского маньяка вопрос «Соломинку». Да, вы сегодня уже многое рассказали про Орешник, но вот западные СМИ пишут, что в боеголовке Орешника не было взрывчатки. И если это действительно так, то что это означает? Этот вопрос является возможностью для Путина заявить, что мы всерьез, толком, вообще-то еще ничего не начинали. Вот если в Орешнике будет боевой заряд, вот это будет совсем другое дело. Но дед не понял намека. Он не уцепился за соломинку и лишь опозорился еще сильнее. Что касается этой использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие элементы. Они тоже являются поражающими элементами. Я уже говорил, это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Ну, не знаю, в интернете можем смотреть. На территории поверхности Солнца, по-моему, 6000 градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает. Путин заявил, что запущенный по Днепру Орешник – это уже и было страшнейшее оружие, которое стирает все в труху. Жалко только, что низкосортные американские спутники не смогли передать масштаб этих разрушений после первого удара по Южмашу. Но вопрос на самом деле серьезный и интересный. При желании Орешник можно напичкать каким-то количеством боевого заряда. Каким именно? 1,5 тоннами максимум. 1,5 тоннами, рассредоточенными по 36 боеголовкам. Судя по первому запуску, восхваляемый российской пропагандой и лично Путиным кинетический и термический эффекты – это бред сивой кобылы. Никаких землетрясений и пожарищ Орешник не оставил. А вот 1,5 тонны боевой массы, или, как говорит Путин, полезные нагрузки… Эта система поднимает большее количество полезного в данном случае веса.
Вот это одна из главных загадок Орешника. Одна из загадок, которыми можно было бы попробовать еще хоть как-то поиграть на нервах Запада. Ну, уже точно не Украины. 1,5 тонны боевой части. Это что такое? Это 1,5 ракеты Х-22, которую десятки раз российские оккупанты уже запускали по Украине. Также это можно сопоставить по мощности с 3 «Искандерами», с 1 «ФАБом-3000» или 30-40 «Шахедами». Короче, в прилетах нет никогда ничего приятного. Но конкретно в «Орешнике» вообще нет ничего нового для Украины. Запуск нескольких таких ракет, как утверждает Путин, был бы сопоставим по мощности с тактическим ядерным ударом. Если применять его в несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать 2, 3, 4 комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но в таком случае возникает вопрос – а куда и с какой целью Россия готова запустить сразу несколько орешников? Правительственный квартал Украины? А толку? Украина – это самое цифровое государство в мире. У всех здесь есть компьютеры, смартфоны и защищенные системы управления. На процессе руководства страной это вообще никак не скажется. Расположение какого-то батальона или, скорее, роты в нескольких десятках километров от фронта – вообще нецелесообразно с военной точки зрения. Или Путин планирует снова бить по жилым кварталам? Несмотря на то, что он сам сейчас рассказывает о том, что он обязательно предупредит мирное население в случае нового удара орешником. Даже если представить, что Путин спятил вот настолько, то бить группой орешников по жилым кварталам все равно нецелесообразно. Нецелесообразно с финансовой точки зрения. Дело в том, что один орешник стоит как минимум 50 миллионов долларов. 10 орешников – это годовой бюджет Орловской области, либо 2 годовых бюджета Калмыкии. С учетом, ну, скажем так мягко, экономического положения, в котором сейчас находится Россия, такие ракеты являются слишком дорогим удовольствием. Кроме того, нет никаких гарантий, что Украина уже сегодня не способна сбивать новые орешники, ведь соответствующее вооружение есть на Западе, и Киев его уже запросил. Министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами щодо нових систем ППО. Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Ну і самое главное – куда бы Путин ни запустил свои орешники, если он это сделает снова, это лишь утвердит Украину и весь Запад в том, что Киеву пора наконец восстановить свой ядерный потенциал и очень срочно. И вот тут-то и начинается самое интересное. Российские пропагандисты чуют, что пахнет жареным. Эфиры проходят в атмосфере исключительной тревоги и обеспокоенности. Особенно волнуются те, кто помоложе. На самом деле ситуация выглядит таким образом, что сначала все-таки нечто полетит из Москвы в сторону Нью-Йорка. Почему? Почему? А именно почему? В сторону Нью-Йорка. То есть вы все, все предыдущие ступеньки вы отметаете. Нет, но мы же начали с прогноза по Москве и Нью-Йорку. Достаточно бессмысленно тогда о чем-либо сейчас говорить. Я могу понять американцев, которые моделируют всякие ситуации, потому что американцам есть что терять. А вы можете смоделировать, Александр Николаевич? И помирать им не хочет. Смотрите, никакой Запад, никакой удар ядерный первым не нанесет. В тысячный раз говорю. Откуда у вас уверенность? Откуда у вас уверенность? Тем временем западные СМИ, похоже, наоборот, поймали кураж. Там постоянно обсуждают возможность превентивных ядерных ударов по России и публикуют схемы ядерной бомбардировки государства-агрессора. Какое дежавю, правда? Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт, из подводных лодок в правильном направлении. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Накал страстей дошел до того, что лично муж Симоньян убеждает свою аудиторию, что ядерная война
Это ужасный сценарий, и допустить его ни в коем случае нельзя. Надо идти на компромиссы. Потому что то, что происходит западными элитами, конечно, пугает. Потому что у меня, правда, есть такое ощущение, ну хорошо, они нас провоцируют. А если мы спровоцируемся? Ну вдруг, ну вот просто вот проснется Владимир Владимирович Путин и прочитает какой-то телеграм-канал, где особо рьяный диванный патриот кричит: «Жахнем! Жахнем! Жахнем!» И что-то под настроение скажет: «Жахнем». 0,0000001 000 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
А дело в том, что наша задача не создать равнину ядерную. А для нас важно, знаете что? Чтобы наши дети и внуки жили. И жили в другом немножечко мире. А значит, стол переговоров. Тигран, подожди. А как же Маргарита? Ты не собираешься вместе с ней в рай? Я в таком человечестве просто не хочу жить. Лучше в рай сразу. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе и с применением ядерного оружия. Но по этой доктрине мы давно должны были ударить ядерным оружием. Поэтому что ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Это очевидно. Но вот Верховный сейчас сказал. Вот Верховный сейчас сказал, если вы это делаете... Это будет правильно. Это уже война. Но одно дело спорить с Соловьевым, а другое с собственной женой, предлагавшей, кстати, не так давно устроить ядерный взрыв над самой Россией. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. А вот интересно было бы услышать, что сейчас Кеосаян рассказывает своей благоверной. Впрочем, не удивлюсь, что он уже бессилен, и этот брак вскоре будет разрушен этими ядерными разногласиями, ведь Симоньян – это праведная прихожанка РПЦ, а начальник РПЦ заявляет, что ядерной войны бояться ни в коем случае не стоит. Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рога человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества. Ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится. Он сам себя изнутри ослабляет. 78-летний так называемый патриарх рассказывает россиянам, что их, развязавших геноцид в центре Европы, после ядерного удара обязательно спасет Иисус Христос. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив, наше земное призвание – быть воинами Господа и вести, по слову апостола, брань против духов злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре. На внешнем контуре. Кажется, агент КГБ Вован Гундяев еще никогда не был так близок к провалу. Так или иначе, старый носитель духовных скреп, похоже, не на шутку возбудился баллистическими фрикциями своего хозяина. Кирюха готов утащить за собой миллионы. Но вот, кажется, миллионы за ним утаскиваться не очень-то и спешат. Согласно новому опросу, настроение россиян после первого применения «Орешника» резко ухудшилось. В то же время нанесение ядерного удара по Украине поддерживает 40% населения России. Да, это много. И да, это даже чуть больше, чем до «Орешника». Но с другой стороны, ведь 40 – это все равно значительно меньше, чем 87. И уж тем более – чем путинские 144% голосов. Что ж, я думаю, месяц-два, и захотевший жить Тигран Кеосаян и многие другие российские пропагандисты помогут стать значительной части своего населения голубями мира.
Чтобы это происходило как можно скорее, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и делитесь роликом в соцсетях. Пускай правду о трусости Путина узнает как можно больше людей, как на Западе, так и в России.